Всем здорово, дорогие подписчики, с вами Костя, Димка, Донька, Кустик. Мы продолжаем играть GTA 5, а рубрика «Русские дороги». Кокосики! Всем привет. Ребята, вы поставили много лайков на предыдущей серии. Очень много комментариев писали и говорили, чтобы мы сняли вновь ее втроем. Кустик, не надо. Мы же не знаем, как она едет. Оставь ее, получается, спокойно. Суть рубрики очень проста, ребят. У нас, получается, есть вот такая вот дорога с дырками, прямо как в России. То есть такие вот ямы. И нам нужно будет проехать как можно дальше на вот этих вот автомобилях. Для каждого из участников мы будем выбирать при помощи серии автомобилей пытаться проехать как можно дальше. Точно, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, должны ставить все уведомления. Ну и на инстаграмчик мы подписываемся, ссылка в описании. Все просто, поэтому выбираем тачки. Здесь 21 штука, поэтому Сири, назови число от 1 до 21. Не первому. Первому. А она сказала 12, и на этом все. Как бы давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так вот, X7, правильно я же понимаю? Вот этот вот получается, вот эта тачка. Это не X7, кстати говоря, нет? А что это? Так X7, по-моему. Да. Окей, а теперь выбираем тачку Донни. И Сири, назови число от 1 до 20. 20! Биг Брат! В натуре! Вот этот! Ёпта! Это самая крутая тачка для этого испытания, ребята! Отлично. Просто повезло! Я хотел ее, а по итогу выбил ты какого? Ладно, Сирин, за число от 1 до 19. Нормальные были. Нормально, да? А у меня получается первая вот такая вот машинка полицейская. Окей, кто будет первый из вас ехать? Давайте, короче, кто поедет первый? Кто первый? Давай, да, Кус едет, Кус. Окей, смотрю за кустом, так как X7. Но при этом, пока ты едешь, ой, ты где-то пролагал. Ты где? А вот и появился, окей. Итого получается 97. Правильно же ты остановился уже? Все, 96. Окей. Я поехал. Давай, короче, теперь Донни, смотрим за Донни. Ребята, смотрите, подожди, на что способен этот Биг Брат. Давай, заново. Разгона хочу. Пробуй заново, короче, ребят, на самом деле. О, помялся, понимаю. Как говорится, ему законы не писаны. Да-да-да. Ребята, какая вам тачка нравится больше всего в этой рубрике? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне прям интересно узнать. 95, 100, 105, давай, на давай, изи давай, просто давай, 110, давай. 115, куст, нажми ему на тормоз, ручник дерни. Дерни ручник ему. 130, 135, 140, 145, опять вышел, понимаю. Я машина пошла боком уже. 150, 154, 155 проехал. Понимаю, ребята, до конца оставалось совсем чуть-чуть, вот 200 получается, и, мягко говоря, 155. Офигеть, что за результат. Теперь поеду я, и в любом случае, ребята, это не все тачки, потом мы будем выбирать рандомные, и, возможно, выпадет еще какой-нибудь прикольненький монстр трак, который покажет такой же результат. Не надо, да не надо. Он у меня в тачку залез. О, у меня каратель получается. Тачка каратель, я понял, нормально, кстати говоря. О, я второе место занимаю, отлично. Ё-мо, хорошо идет. Шел. 106 всего лишь получается. Окей. Первый раунд закончился, ребята. Поэтому выбираем следующие тачки и кусту. Назови число от 1 до 19. Ответ 17. Почему она такая тихая, я не понимаю. 17 число получается. Да, я как это максимально, да, получается, крузак, забираю крузак. Окей, теперь выбираем тачку для Донни. Стерин, за число от 1 до 18. Ой, Димана переехал. Это будет 7. Седьмое число, вы слышите ее? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Синяя, да. Вы слышите ее? Нормально говорит или мне просто кажется так? Тихо, очень тихо. Тихо, да? Окей, сейчас, если не получится, я просто максимально делаю громкость, а потом, получается, Донни тогда будет выбирать. Окей, назови число от 1 до 17. Это 12. 12-я у меня тачка, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, вот это! А мог быть Терминатор! Вот это попадало вам! Неплохо, обидно. Ладно, стартуй! Лень автомобиль просто. Да, такое себе. Короче, Ванек, готовь пока телефон, потому что у меня что-то серии очень не слышно, хотя максималка, походу, как хана динамику. На новом телефоне, понимаю, блин. Понимаю, да, вот именно. А, чё, врезался? Засорился. 84, изи, понимаю, короче, едь тогда ты следующий на мустанге, смотрим, ребята, за кого вообще болеть? Напишите, пожалуйста, в комментариях, хэштег там Донни, хэштег Димка, либо же хэштег папоротник. 83 на самом деле. А у тебя 84, нет, 83 у тебя просто пролагало.
А, 84, Ванька. В смысле? Да. У меня было 83, когда вышли из тачки. Да. Да. Ну ладно, я тоже не знаю уже. Ну, 83 у меня было. Да, ладно, пацаны, успокойтесь. У меня получается 87, если не ошибаюсь, просто даже. 86, 87, 88 у меня. 88 спокоен. Получается. Окей, у меня получается 3... А, какие 3 тачки? Ванёк, выбирай тачку Кусто. 16 штук осталось, я так полагаю. Давай. О, слышно. Отлично. О, Дэвил, понимаю. Летающая тачка, но не та. Окей, выбираем тебе. Надо ввести слот от 1 до 15. Спасибо. Понятно, Кустик, это забава детский, когда он убивает кого-то. Корвет, корвет получается у Ванька. Назови число от 1 до 14. Пожалуйста, вот это, пожалуйста, пожалуйста. 10, 10, 10, 10. Два. Два. А у меня был корвет, да? Да, пробуем, у меня в любом случае вот такая вот получается Audi Quattro. Окей, Куст, поехал, давай смотрим, как у тебя она поедет, а ну-ка. Куда ты нитро прожимаешь? А я думал, нитро есть. Нету нитро. Неплохо шел, но не дошел. Да, 88 получается у Куста. Окей, смотрим за Ваньком. Корвет, поехал. Давай, давай, давай. Давай, пробуем. 88 у Куста, но, блин, у Ванька там 155. Как это бить, вообще не понимаю. Так, давай, давай, давай. Давай, о, давай, фига. Нормально? Давай, давай. И все, да? Ууу! Ну, 85 взял, 85. Да, получается. 85. Пока что Кост впереди, и теперь еду я на своей Audi Quattro. Давай, разгони хоть что-нибудь, детка. Вот такой звук у нее, на самом деле. Вот такой. 87, получается. У Куста 3 тачки, и у нас с тобой по 2. А, какие-то, бля, я дико извиняюсь. Опять еще там по 2 хочется делать, да. Да-да-да, давай, короче, выбираем Куста тачку из оставшихся. 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 осталось. Назови число от 1 до 13. Ну ладно, пусть будет 13. Число. А сколько было? А, 12 всего. Число. Ну, пускай будет формула для Куста, получается. Формула. Да, вот такая вот формула, забирай Куст. Сейчас получается 11 осталось, да, сейчас 11, давай. Назови число от 1 до 11. Пускай будет 11 или 1. 10. Да ё, мародёр, тарадёр, да что? А можно мне теперь, 11-е? 11-е, дай-ка мне 11-е. А, нет, подожди, всего же 10 осталось. Получается, 9-ю. Ребята, дай. Понимаю. Давай, короче, называй. Ну, сейчас. Хоть кто-то понимает. Что? Она прям слышит меня. Ай, Сири, обожаю тебя, ребята. У кого Сири, тоже плюс чат. От 1 до 10. 9. 9, малыха. Число 5. Блин. 5. Зараза. А, это Каен, кстати говоря, неплохой, такой интересный. Непортичнее просто. Число 5, да. Так, короче, едь, пока Донни, ты, пока Куст там садится, разбирается, выравнивается. Давай, короче, мародер. Ребята, это что-то невероятное, потому что это мы не проверяли. 80, 85. Девочки, 100... это просто балдеж. 110. Я не бьюти-блогерша. 121. 121, окей, ну тоже неплохо. Короче, поехал Куст теперь, ребята. И я надеюсь, что не сильно хорошо ты поедешь. Она без мощи. О, отпал хвостик. Давно уже отпал хвостик. 89 в твоем случае получается. Хвостик ее, хвостик отпал, блин. Да, это отсох. Пересох. Ой, мама, кстати, какой неплохой так-то. Ну, вообще нормально. Да ладно! Да ладно! Но приехал, да ладно! Надо да что такое? 92 в моем случае. Да. Ну, у Ванька теперь получается. Да, у Ванька ничего нету. 3, 6, 9 тачек осталось. 9 тачек, давай. У меня ничего нету, говоришь, да? Ну, в плане на 3 тачки выбора. Один. Молодец. О, Кусто в рейс. О, это крутая тачка, да. Да, давай дальше. Назови число от 1 до 8. А тебе тоже один можно. 8. Интересно. Чья тачка, ребята? Знаете, не знаете, вот что это за тачка такая? На столешницу похожа. Уже, братан, продается у синдиката, потом все нормально. Ну да. Назови число от 1 до 7. 7. 7, малыха. Пушка. Число 5. Бля, достала Реджилья. Окей, да, получается. Ребята, Куст поехал, давайте-ка смотреть, что почем и как. Газули Газан? Газанович. Хасан. Газули Хасан. Привет. Здесь не было? Все нормально.
103, 104, 104 даже, 104. Нормально проехал, окей, теперь Тайкан, давай ко мне. Окей, неплохо. Неплохо, но не есть хорошо. Так, 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 неплохо вообще так-то идешь. Ну. Неплохо идешь. Офигеть! 123. Нормально. Офигеть, просто 123, ребята, сходу. По кайфу. Офигеть, понимаю. Ну давай, Реджиле. Тащи, так, молодуха. Она жирная слишком и большая, длинная. Да. Понимаю, куст. Кто фоткает? 85 получается у меня было. Даже 86, 86. Спасибо, спасибо. Это типа ты это сливаешь на инфо-ролики, понял, окей. 6 тачек всего осталось. А выбираем кусту и давай, 6, что ему выпадает? Назови число от 1 до 6. Только не 6. Выпало число 6. Да ты, да ну нахер, скотина! Да, в натуре, ни одного монстр трека мне не дала сегодня. Не знаю, давай, поехали дальше. 5 тачек осталось, выбираем баньку. Назови число от 1 до 5. Выпало число 4. Так, это раз, три, четыре. А, Бугатти, да. И теперь выбираем тачку мне. Назови число от 1 до 3. Кого до 3? До 4? 2. Вась! До 4! Вась, давай переделывай. Я 4 хочу. Назови число от 1 до 4. Да, блин, достало. Просто достало. Окей, едь, кто первый куст. Стартуй. Офигеть, он поехал. Да, давай, нормально, нормально, нормально. 60. Понимаю. Так, тихо. О, нифига. Она цепляется. Нифига. 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 Нормально. Нифига себе. Где он там? 143. Офигеть. 143. Ну, очень-таки хорошо. Очень хорошо проехал. Теперь давай, короче, Ванек, едь ты на Бугатти. Давай, я так медленно. Потом поеду я на Маслкаре. Но там есть еще один офигенный драгстер, очень быстрый. Поэтому, ребята, есть вероятность того, что побьем 140. И 155. Ой, я приехал. 82 получается. Понимаю. Да. Окей, поехали теперь и мы на Бьюике, ребята. И я, как говорится, да. И я, да, тоже с вами, как и всегда. Так, давай, 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 давай. Ну, неплохо едет. Неплохо едет? Да. Неплохо едет, кстати. Оно не, тебе показалось. Тебя, залагало тебя. 82. 82. Неплохо. Окей. Ребята, у нас остается предпоследний раунд как раз таки на выборе. Вот этих автомобилей. Последний будет рандомные случайные тачки. Третья моя. Давай, короче, выбирай кусто. Назови число от 1 до 3. Я сломал фары. Выпало число 3. Да ладно! Обида, боль. Окей, тебе 2, мне 1. Окей, договорились. Так вот... Сучка, я ненавижу тебя. Да, ладно, поехали, да, поехали дальше. Назови число от 1 до 2. Да все понятно здесь. Тебе 2, мне 1. Выпало число 1. Ага. Да, ё-моё. А понял, а, вопросов я нету. Понял. Окей. Я подожди, тогда... Моя. Нет, ну а мэр стоял там, Мэр стоял там, да, окей, едь куст. Мне интересно, как поедет этот драгстер, поэтому давай. Шлифуй. Хороший вопрос. Ё-моё, очень хорошо разгоняется. Реально? Да. Да не, оно офигенное, смотри, сколько летит, ну, как летит. Сейчас уже... понимаю, но 111 при этом проехал, неплохо. Не, ну был так, быстрый на самом деле. Окей, давай, короче, ты едешь. Смотрим. Ну, 50 взял, нормально. У куста 111 было. У меня, ну не так хорошо, но в целом. 85, да, получается. Еду я, ребята, на Чапине. Соответственно, смотрите, на кто сейчас займет первое место, тот будет спанить 3 тачки, кто займет второе место, будет спанить 2 тачки, а кто займет третье место, тот будет спанить 1 тачку. Ну, получается, ты делаешь себе одну тачку. 84. Ай, обидно, ладно, в любом случае, ничего страшного. Потому что у меня выпадает такой вот Lexus, окей, у куста... Ага. Ага. И... Ага. Ага, нифига, вот он монстр трак, о котором я говорил, и я в самом начале. Ребята, кто-то смотрел до этого момента, напишите просто тайм-код, чтобы ребята посмотрели, что я был прав, что такой монстр трак нам выпадет. Окей, едь, Ванёк, первый, потом я поеду, а потом уже куст закончит. Давай, короче. Куст, не мешай, куст. Я понял. Все, давай, давай, давай. Ребята, просто я как в воду глядела, я вот отвечаю. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.
Ну и 80... Я приехал. 81. 81, да, получится. Окей, теперь получится, еду я на Лексусе Рыксе. А, главное, что проехать дальше, там на 155 где-нибудь, да? Ночью нет. По-моему, ты у меня вообще не поехал. Ты меня залагал на месяц. Не, я поехал. Ну? Ну, неплохо. Пока что, ну, в принципе, да, хорошо. 89 в моем случае. Окей, теперь, получается, смотрим за кустом. Давай-ка сразу сядем просто, да, чисто. Чтоб... А, нельзя. Только со спека. Окей, давай со спека смотреть. Так. Стоп. Это сотка должна быть. Стоп. Все, вот так вот едем. Она медленная. Я к Доньке хотел сесть, а не к кусту. К Дольке? К Дольке, да. До Дольки. 109 получается. Ну, так себе. Ну, я думал, что будет лучше. Хорошо, да. Окей, ребята. На этом я предлагаю нашу серию уже заканчивать. Спасибо всем огромное, что кто досмотрел этот ролик до конца. Я обязательно буду рад вас видеть еще на двух роликах уже завтра. Поэтому, ребята, обязательно не забудьте подписаться на канал и, конечно же, поставить лайки и, конечно же, колокольчики. С вами был Диман, Дони и Кустик. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Пока, ребят. Покедова.